Всем здорова, дамы и господа, и гости моего канала. У микрофона, как обычно, приветствую я вас, бог, и вы попадаете со мной на изидроп. Ребята, и буквально у меня с рефочки пришло 100 монеток, и вот, знаете, вот результат, как говорится. Смотрите, просто сейчас, вот, помимо всех этих кейсов, за 100 монет с кейса Recoil, за последние 100, мне выпало буквально вот самые практически топовые перчатки из этого кейса, да, ну, не считая качества других там топовых перчаток. Ну и, в общем-то, как только это видео набирает 1000 лайков, я сразу же дропаю для вас новую серию. Но 3 лучших победителя из прошлого видеоролика прямо сейчас у вас на глазах. А если именно ты хочешь попасть в мой новый видеоролик, достаточно просто спуститься в комментарии и оставить свой отзыв. И, возможно, именно ты попадешь в мой новый видос. Желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, запасайся чаечком, печенюшками. Ну и погнали смотреть этот видос. Let's go. Ну что, 54 косаря, ребята, я буду подниматься, буду пробовать для вас выпускать что-то интересное. Интересное, да? Как картавил-то аккуратно. Ну и галерейный кейс у нас на часах 6 утра ровно. Аккуратненько. Я более всего прям кайфую именно от записи в это ночное время. Ну, уже утреннее, можно сказать. И давайте аккуратно разными схемами, но все же откроем еще раз 10 галерейных кейсов. И все, что нам выпадет сейчас либо в контракт, либо на продажу, также пустим. Ну, вот тут побольше фиолки, слава машинам, как говорится. Вот 6000, хорошо, продаем. Плюс 1000 это приятно. Минус 2500 неприятно. Плюс 100 рублей вообще пофигу. И минус 1500. Ну, что-то по большей степени как-то в минус, да, уводит. Тогда 47 тысяч у нас остается. Пробуем, в свою очередь, открывать, наверное, топовый кейс. И нужно постараться этот ролик, ребята, максимально интересным сделать, максимально продолжительным. И, надеюсь, он вам тоже понравится. К сожалению, городская маскировочка пролетает. Очень жалко. 265 фасом. 800. Хотел продолжительным сделать, но что-то... Раз и десятки нет уже, да? Как-то это очень быстро у нас происходит. Давай тогда откроем золотой кейс на 5000 и будем аккуратненько все равно. Будем аккуратно, по-свойски, но все-таки делать контент на золотом кейсе. Может быть... Ну, окей, Royal Paladin, стоимость его составляет 500. Это немного. Ну ладно, 1500 минус это в целом не сразу 5000 минус. Тут как бы еще можно понадеяться, поверить. Два Royal Paladin, диглы, пятерка, смотри, ровно, то есть нормально. Помнится, ребята, как-то год или два назад этот кейс был для меня один из самых топовых, поскольку с него падало больше всего интересного. Но тут он ли диглы, и непонятно сколько это, ну это 700 рублей, блин, это фигово. Дальше тут тоже фигня полная. Если дальше фастон, ну смотри, у нас ни одной золотой спирали, просто голяк и нож Боуи легенды, хорошо. Давай его пока что оставим, вот это прекрасно. Очень, очень радует, что этот кейс хоть что-то еще может. И даже несмотря на то, что дофига чего могло выпасть и не выпало, нам все равно ножичек упал. 25 остается, плюс 20 есть нож. Не сказать, что мы в огромном минусе, но все же этот минус присутствует. И давайте в свое время переключимся на кейс «Мне повезет». Здесь, в принципе, концепция такая же, с учетом того, что да, тут более такой вкусный дроп. Ну и шансов на него, конечно, меньше. 2600. Идем далее. Не знаю, как бы повезет ли нам еще, но радует, что хотя бы вот ножик у нас сейчас в профиле лежит. Стоит он не огромных денег, но что-то стоит. Кстати, вот это вроде окуп. 7800, отлично. Давай еще откроем. Ну, хоть какой-то окуп. Практически на 3 косаря окупились. Это хорошо, это радует. Поэтому давай аккуратненько на нуар. Бам-бам-бам. Что у нас дальше? Так, так, так. 3600, да пойдет. Почему нет? Дальше у нас 2700, это все фигня, 3100, давай на максималочку его подкроем, 7, ну окуп не прям, ребята, существенный, честно скажу, еще 7, прекрасно, прекрасно, продолжаем, еще 7, и пятеро есть, теперь сколько, 400, попробуем сейчас с этого баланса как-то подняться, а вдруг нам, может быть, как-то и повезет, пока это сложно сказать, непонятно. У нас есть пятерка, открываем. Ну, я думаю, там 1040 точно будет. Да, точно, конечно, я не знаю. Но, предположительно, да. Теперь нор вижу. Так, 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 так. Сколько это денег? Это 5400, даже плюсы какие-то есть небольшие. 7, прекрасно. 600, ну да, да, походу ГГ. Я все же еще пытаюсь что-то поднять здесь. Пытаюсь как-то купиться и поверить в то, что сейчас с этого кейса реально что-то выпадет. Но, как видите, уже... Как будто бы сам сайт говорит нам, хватит, выходи, но нет. Мы до последнего открываем, до последнего верим, вот 500, да, сейчас окупимся, не окупимся.
Смотрим, у нас получается 44, мы в минусе от общего баланса на десятку, ну там на 11 примерно. Ну и не считаю, что это прям критично, да? Думал сейчас открытие первого вапона, но что-то передумал. Мне кажется, что нифига себе не выпадет. Все-таки баланс у нас не прямо громадный, и как видите, что ну, идет на слив. Поэтому надо чуть-чуть аккуратнее это все делать. Фамаз Гексан, ну стоит он 600. Давайте откроем еще раз, предпримем, скажем так, последнюю попытку в этом кейсе. Может быть, сейчас ножик какой-то так и выпадет. Но жаль, конечно, что выпадает скар 20, кровавая паутина, но деваться некуда. У нас 39 на балансе. Давай тогда, может быть, что-то, что нас порадует. Вот кейс за 3000 фастом. Сразу минус косарь. О, плюс 3. Хорошо. Вот плюс 3 это прекрасно. Минус 1400. Минус 800. Ну, плюс после плюса сразу вот такие минуса. Это, конечно, не есть хорошо. Ну, вот смотри. Баланс 38. Перчатки за 136 тысяч. Вот так вот. Охренеть. Я думал 13, а это 136. Да, еще раз проверил, ребят, на всякий случай. Не, ну так уже хорошо. Так уже неожиданно и очень приятно. Вот теперь можно уверенно сказать, что ролик на 100% получился. Это прекрасный ролик, это интересный ролик, ребят. Ну и давайте тоже лайкосами немножечко его поддержим. Можно теперь ей, так сказать, все подрискнуть немножечко вот здесь, а вдруг сейчас что-нибудь выпадет. Ну, блин, ладно, ладно. Тут как бы 16, фастом 2... Фастом 12, фастом 12 и 2. Ну, как видите, ничего, кроме перчаток, у нас сегодня не выпало. Да и в целом, ладно, знаешь, со 100 рублей забрать 140к, это очень даже приятно. И не вижу никакого смысла сейчас их продавать и дальше как-то пробовать что-то окупать. Поэтому я думаю, что ролик на 7 минут вас и меня вполне устроит. Можно сказать, что он удался, да? Ну, не знаю, как оно будет. Может, еще что-то? Вкусно. Ну, калаш какой-то минимальный, да, который в целом ничего себе не представляет. 600. Тут наверняка минус. Ну, нет, 600, прикольно. Можем открыть два раза. Сейчас у нас прогрузится. 200. И добивочкой просто сейчас случайное засекречено. Ладно, ребят. Вот такой получился ролик. Подписывайтесь на канал. У микрофона, как обычно, был я, Бог. Забираем перчатки кровавое кимоно, да, за 136 тысяч. Ну и не забывайте, что промики всегда есть в комментах. Пока-пока.